Ну и был сосед алкоголик. У всех были соседи алкоголики. Ну, естественно. У нас тоже был сосед алкаш такой, как и... В любом коллективе всегда есть один худой, один толстый, один умный, один дурак, один рыжий, один черный. Ну, везде что. Левша обязательно есть в коллективе. Ты же... И всегда на улице есть алкоголь. В общем и целом, началась у соседа белая горячка. Белая горячка, все. Бегает. Ну, конечно, ужас. Белая горячка, это страшно. Идет мой дед. Как раз со смены. Дедушка твой поезда водил. Прадед. Поезда водил. Короче, этот чувак на забор лезет. На деда в забор. Коля, смотри! Коля, смотри! Что там такое? Коля, вон, Коля, вон! Что там? Коля, там вагон дрожжей! Короче, чувак так любил самогонку, так бухал и так ее гнал, что ему даже в состоянии белой горячки чудился вагон с дрожжами, понимаешь?